Батарейки. Думаю, ты уже знаешь о назначении батареек. Они нужны, чтобы машинка на пульте управления ехала, сотовый телефон звонил, игрушки пели и разговаривали, а карманный фонарик светил. Батарейки нужны там, где требуется независимый источник электроэнергии. Бывают одноразовые батарейки и многоразовые. Одноразовые батарейки после использования можно только выбросить. Многоразовые или аккумуляторные батарейки можно заряжать снова и снова. Но с каждым циклом зарядки емкость их будет немного падать. И в конце концов их тоже придется выбрасывать. Возникает вопрос: куда? Присмотрись к старым батарейкам повнимательней. На некоторых из них ты можешь увидеть вот такой символ и надпись: «Не выбрасывать, сдать на утилизацию». Это означает, что материалы, из которых они сделаны, могут быть переработаны и использованы заново. Мы, фиксики, рекомендуем не выбрасывать старые батарейки в мусорный ящик. Лучше отнести их в пункты приема старых батареек. Такие пункты приема можно найти в больших магазинах или торговых центрах. Просто спроси у взрослых, не видели ли они специальных коробок для сдачи старых батареек. Сдавай старые батарейки в пунктах утилизации. Это поможет защитить природу. Фиксики позаботятся, чтобы сданные тобой батарейки были правильно утилизированы, и химические вещества, которые в них содержатся, никому не навредили. А теперь задание для этой игры. Во многих местах использованные батарейки сбрасываются в одну коробку, но для правильной утилизации их надо рассортировать. Для этого тебе нужно как можно быстрее распределить батарейки в зависимости от их типа. Смотри, как это делаю я. Большие батарейки типа 3R12 сюда. Часовые сюда. Пальчиковые батарейки вот сюда. Батарейки типа крона вот сюда. И ты-дыщ! Процесс утилизации запускается. Во время игры тебе будут приходить новые партии батареек из разных пунктов приема. Сортировать надо как можно быстрее. Все понятно или надо повторить еще раз? У тебя все получится, смелее! И начали! Начинай сортировать! Отлично! 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 Смотри, вот еще батарейки привезли! Продолжай сортировать! Молодец! Здорово! Смотри, вот еще батарейки привезли! Начинай сортировать! Отлично! Сортируем по размерам! Здорово! Здорово! Еще батарейки! Молодец! Молодец! Отлично! 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 А вот и новая партия. Продолжаю сортировать. Отлично! Молодец! Тыдыщ! Начинаю сортировать. Продолжаю сортировать. Отлично! Молодец! Здорово! Молодец! А вот и новая партия. Молодец! Здорово! Здорово! Отлично! Еще батарейки! Отлично! Сортируем по размерам! Отлично! Молодец! Отлично! Тыдыщ! Мы отличная команда!
твоей помощи фиксики смогут утилизировать старые батарейки и защитить природу. Не бросай старые батарейки в мусор, а сдавай их на утилизацию в специальных пунктах приема. Приходи еще! У нас всегда требуется помощь в сортировке старых батареек.